Привет, на своем канале Инспектор Гаджетов. Сейчас будет анбоксинг, знакомство, обзорчик Bluetooth MP3 плеера от фирмы ON, модель X1. Это миниатюрнейший плеер с поддержкой Bluetooth. Это его главное преимущество над собратьями. То есть плееров с Bluetooth не так много, как хотелось бы мне, например. То есть выбор подобных устройств ограничен, и как бы приходится очень тщательно выбирать подобное устройство, так как, опять же повторюсь, набор подобных девайсов очень ограничен. Вот, и чем хорош данный плеер, мы сейчас узнаем. Ну и в принципе вообще посмотрим, как он работает. Поставляется в такой вот коробочке пластиковой. Куча информации на китайском языке, но есть не на английском. Например, здесь у нас есть номера телефонов, есть сайт. Вот, пожалуйста. И также у нас есть очень интересная информация, что design by ON in Denmark, то есть дизайн в Дании, но сделано в Китае. Сертификатики X1. Здесь у нас информация, штрих-код, серийный номер, информация о емкости и цвете. 8 гигабайт встроенной памяти, и в двух цветах он доступен, то есть в сереньком и в таком зелено-голубом цвете. Ну, у меня, к сожалению, второго цвета нет в наличии, поэтому не могу сказать, как он выглядит вживую. Ну, вот этот серенький. Вот. Ну, сзади там у нас тоже информация на китайском языке. И вот, опять же, они у нас на картинке здесь под наклеечкой изображены. Ну, и сайт производителя, конечно. Вот. Так, сам плеер. Что у нас еще есть? В коробочке. В коробочке у нас также имеется кабель USB, микро-USB. Вот такой. Имеются у нас наушнички, брендированные ON. ON. Вот. У нас также имеется гарантийный талон. Warranty card на китайском языке. Так. Тоже какой-то сертификатик и инструкция. Инструкция. Так, макулатор сложен, наушники сложен, кабель сложен. Вернемся к инструкции. Инструкция. Ага, на английский язык есть, все нормально. Так, информация. Заряжать от 500 до 1000 миллиампер. Так, поддерживает Bluetooth, поддерживает множество форматов, таких как MP3, VMA, WAV, APE и FLAC. О, отлично, значит, FLAC у нас играет. И другие музыкальные форматы. Есть эквалайзер предустановленный, есть ручной, различные режимы повторения. Поддерживает радио, поддерживает запись, поддерживает показ времени, поддерживает педометр, ну это шагомер, поддерживает электронные книги. То есть и читать на нем можно что-то даже при желании, но об этом чуть позже. Поддерживает навигацию по файлам, поддерживает, так сказать, без драйвера подключение к Windows как съемный диск. Sleep таймер, автоматическое выключение и обновление программного обеспечения. Блок-схема наших кнопок и разъемов. Расписано что да как. Так, обозначение батареи, простейшие операции, запись,
чтения книг, удаления, возникающие вопросы. Вот, в принципе, так. Все, в принципе, расписано довольно-таки подробно. И даже для тех, кто не имел дела с плеерами вовсе, я думаю, не стоит труда с помощью данной инструкции и, конечно же, знания английского языка разобраться с ним. И, я думаю, тут особых знаний не понадобится, в принципе. Ну, по крайней мере, для меня. На самом плеере есть серийный номер, то есть на оригинальный продукт с серийником, 8 гигабайт наклеечка. Так, давайте по кнопочкам пройдемся. Тут у нас порт microUSB, здесь у нас такая кнопочка, она у нас и отвечает за включение, за выключение и за блокировку плеера. То есть ее можно нажать налево, можно нажать направо. Налево включаем, направо блокируем. Ну и выключаем также налево долгим удержанием. Здесь у нас порт 3.5 для наушников. То есть плеер может работать в двух режимах. То есть вы можете слушать музыку по Bluetooth. Вот. Либо использовать как его классический плеер, то есть проводной, при помощи проводных наушников. Кнопочка назад, кнопочка плюс-минус громкость. Здесь, я так предполагаю, вот эта дырочка, это у нас микрофон. Так, на верхней грани ничего. Вот, ну, плеер, понятно, не поддерживает карты памяти, то есть нам остается довольствоваться только встроенной памятью, это 8 гигабайт. Ну, на мой взгляд, это вполне достаточно. Вот, и спереди у нас есть экранчик и также три кнопочки. Лево-право и кнопочка M, ну, как бы меню. Вот, и вот еще такой моментик, это наша еще клипса. То есть мы можем его куда-нибудь прицепить. Вот таким образом. Вот, ну что ж, давайте включим. Включили. Он все включился. Вот. Пробегусь по режимам, ну, в принципе, я не буду сильно на этом останавливаться, я хотел бы проверить плеер и поделиться своими впечатлениями. Режим Music, Bluetooth, радио, педометр, шаммер, запись, электронная книга, браузер, ну, то есть Explorer, просматривать файлы и настройки. Если кому интересно, тут у нас присутствует. Сейчас покажу. Да, есть у нас присутствует язык. И среди этих языков у нас присутствует, естественно, много языков. Присутствует русский. Вот, если кому это важно. Вот, но я привык использовать английский язык в большинстве устройств, так как мне больше нравится понятный английский, чем непонятный русский. Или украинский, можно так еще. Вот. Ну, то есть переводы оставляют желать лучшего от производителей. Поэтому я предпочитаю лучше нормальным английским пользоваться, чем каким-то корявой кириллицей какой-то. Вот. Но опять же, забегая вперед, могу сказать, что плеер, несмотря на то, что поддерживает, ну, то есть сейчас он у нас работает на английском языке. При прослушивании файлов на русском языке, ну, на любом другом, использующем кириллицу, то есть не проблема, язык плеера английский, но названия файлов будут на кириллице отображаться без всяких проблем. Вот, и теперь бы хотелось бы, ну, при проводном подключении оценить, к сожалению, нельзя будет. Вот, кстати, вот он автоматически подключил экран. А, про экранчик, кстати, давайте еще скажу. Экран, ну, как видите, он двухстрочный. Если вот сейчас Music выбрать, даже не, даже трехстрочный получится так. То есть у нас, как видите, отображается время, номер трека, громкость, заряд батареи, сколько еще осталось, название самого трека, play, pause. Вот. И для того, чтобы оценить, так сказать,
воспользоваться функцией Bluetooth, чтобы вы могли оценить его работу, мы для этого воспользуемся Bluetooth колоночкой. Bluetooth колонкой модель X3S. Обзор колонки X3 был уже на моем канале. Я думаю, те, кто следят за моими видео, знают, что это устройство. Колонка X3S от колонки X3 отличается тем, что здесь у нее есть она разряженная. Ой, не подготовился. Очень надеюсь, что да, вот. The Bluetooth device is ready to pair. Вот, кстати, вот этим отличается, вот этим подсветкой, этим эквалайзером отличается. Ну что ж, будет у нас, он у нас в режиме Bluetooth соединения, и мы зайдем на нашем плеере в Bluetooth. Так, в Bluetooth для начала мы включим. Не, мне надо новое устройство ищем. Ждем. Он должен найти нашу колоночку под именем X3S. О, да, есть. Соединяемся. The Bluetooth device is connected successfully. Ну, в принципе, все девушка сказала за меня. Теперь идем в музычку. То есть мы колонкой, нашим устройством, ну, можете представить, что на месте колонки сейчас смартфон, или, я не знаю даже что, какие-то наушники, в принципе, все что угодно, любой, не источник, а любое устройство воспроизведения, и кнопками, ну, предположим, что это наушники, например, гарнитура какая-то, наушники, кнопками плюс-минус мы переключаем треки. Долгим удержанием изменяем громкость. Это я на паузу нажал. Вот. В принципе, управление происходит с помощью устройства, на которое передается музыка по Bluetooth. Ну, то есть в большинстве случаев это, естественно, какие-то Bluetooth наушники. Ну, Bluetooth колонки. Как в данном случае. Вот. То есть можно управлять плеером с помощью навигации на плеере. Также можно управлять с помощью навигации, с помощью кнопок на самом устройстве, на колонке, либо на наушниках. В этом плане все работает замечательно. В плане, ну, я думаю, уже можно колонку выпить, не мигала нам. Теперь по плееру. Ну, вы можете оценить этого малыша. Давайте мы его, кстати, сейчас замеряем. Плеер, во-первых, очень маленький. Очень маленький, но это, конечно, большой плюс. Так, вот у нас ширина 36, ну, давайте уже 37 миллиметров. То есть 37 миллиметров, 3,5 сантиметра, и длина 45 миллиметров, 4,5 сантиметра, ну просто крошечный. И теперь вот так, 10 миллиметров составляет его толщина, да, толщина, вот, немножко запутался.
Вот, по весу. Давайте узнаем, сколько он весит. Ну, это ничтожные граммы. Это, конечно, если это имеет значение, какой-то вес подобного устройства. 22 грамма. Ну да, ну просто ничтожные граммы, ничтожные сантиметры. По своим размерам малыш просто вообще малюсенький. Ну, со спичечный коробок, даже меньше, наверное, толще, но короче. Вот. Но очень похож на спичечный коробок. И с помощью этого спичечного короба вы получаете замечательный звук. Замечательный звук для своего устройства. Построенный данный плеер на чипсете этот Rock Ship Nano. Довольно-таки известный чипсет.